Ними едет машина-мусоровоз. А за рулем сидит... Козленок! А что ты знаешь о мусоровозах? Я знаю стишок! Если слышно шум колес, во дворе мусоровоз. Соберет он разный хлам, чтобы чисто было нам. Ух, какой красивый стишок! Смотри, здесь много разного мусора. Давай соберем вместе. Давай, давай, чтобы чисто было вокруг. У мусоровоза есть два контейнера для мусора. Первый – это маленький боковой контейнер. Какого он цвета? Желтого цвета. Верно, желтого цвета. У него мы соберем весь мусор. Теперь здесь будет чисто! Ой, смотри, кто-то выбросил мусор еще. Опять будет здесь грязно. Так некрасиво делать, но давай соберем и этот. А что это сзади мусоровоза? Такое большое и синее. А это второй контейнер для мусора. Он закрепляется специальными рельсами и может переворачиваться, чтобы выгрузить мусор в кузов машины. Смотри! Теперь ясно, как он работает. Давай изучать следующую машинку. Давай, это у нас бетономешалка. Смотри, у нее есть кабина, а в кабине сидит ослик. А что это все время крутится такое? Это кузов бетономешалки. У всех бетономешалок кузов состоит из барабана грушевидной формы. Там есть бетон, который очень быстро сохнет. Поэтому нужно, чтобы кузов все время вращался. Но сегодня бетономешалка привезла тебе сюрприз. Сюрприз? Я люблю сюрпризы! А какой? Какой сюрприз? Смотри. Ура! Это шарики! Какие они красивые и разноцветные! Их так много!